я юникорн. Я ты в школу собралась? Да. Я буду в твоей школе подходить вот в этом. А можно это примерим? Ну, пойдем. Пошли пока в школьную форму. Сюда пришли зачем? Ну, это на виджу не подойдет? Я думаю, да. Где школьная форма? Пошли искать школьную форму. Вот она, школьная форма. Это для мальчиков. Залипательное видео. Юля, по-моему, в школу в этом пойдешь. Давай, дальше. Вот в этом? А, вон там школьная форма. Это для мальчиков, по-моему. Что за брюки? Ну, тут вообще девочки на манекене. Девчачьи брюки? И вот это вот девчачье тоже? Ну, зато балетка прикольная. Вот это. А, оно такое же есть дома. Так оно другое, смотри. Здесь лошадка какие-то разумеющие. Ага. Ну, такое. Чуть-чуть нет. Вот спортивный костюм. Спортивный костюм у меня. Вот спортивный костюм. Мне нужно черное. Вот. И теплое, потому что я в школе постоянно замерзаю. Но с иголным жарком мне холодно. Вот. Кстати, да, прикольно. Я вот это хочу и вот это все. Да. Надо же сравнивать. Всегда надо мерить то и другое. Ну, твое, бери. 146. Они с меня... Нормально будет. И в кофточку для них. Вот это что ли? Давай, да. Снимкеров попросим. И это 134 не пойдет. А это? 146, вот. Вот. Держи вот это, штаны повешу. Да, все, держи свои эти. Давай. Так, это манатки. Твой спортивный костюм. И мой юникорн. Так, пошли искать школьную форму. Мне вот это платьице нравится. Какое? Вот это голубенькое. Прикольное? Ты что сказать, собираешься в школу? Я хочу вот такие примерить, как у Дашки. Ну, бери все. Вот, смотри. Нам сарафаны разрешают. Мне хочется сарафан. Сарафан? Да. Вам точно разрешают? Да. Ну, давай, выбери свой размерчик. Да. На, подержи пока. Да. Сижу. На, и юникорна подержи, не испачкай. Так, смотрим. Вот эти маленькие. Вот эти, смотри. Большой. Сейчас будет стук какой-нибудь. О, 152. Ну, бери. Или поменьше, кстати. Или побольше. Нет, поменьше. 146. Так, просто оп. Это 146. Это 140. Ну, бери 140, это... На размер меньше, потому что у меня это... Спадает с меня юбки 140. Просто размер выбери себе. Я блузки беру. Ну, какой? 150. Рядышком какая, посмотри. Нашла? Да. Все, донеси. Все вообще. Все. Мы все выбрали. А, еще балет. Какой у тебя размер? 134. 134 или 34? 134. 34 либо 33. Здесь, а что здесь не написано, какой размер? Давай. Давай я посмотрю быстренько, Юль. 34, нормально. 34, да? Сойдет, все, берем. Все. Вот так я собираю школу. В общем, ребят, я уже в раздевалке, и сейчас я буду переодеваться, и первое, во что я буду переодеваться, это сарафан и блузка. В общем, сейчас я вам переоденусь и все покажу. В общем, ребят, мне очень нравится этот сарафан. Как он мне понравился, но когда я его одела, мне еще больше понравился в сочетании с этой блузкой. А как вам? Пишите внизу в комментариях. Но сейчас я хочу примерить еще такую же юбку, такого же цвета. И сейчас я буду мерить вот эту юбку. Это мой второй наряд, это уже юбка с блузкой. Вот эта блузка стоит 799, юбка стоит 999, вот эти вот балетки стоят 899, а вот этот сарафан стоит 1299. Ребят, если честно, я растерялась, ну, на мой взгляд, больше нравится сарафан, но вот это тоже, мне кажется, неплохо. И поэтому напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, что мне лучше взять. Взять мне сарафан с блузкой, либо юбку с блузкой. И теперь, ребят, приступаем к спортивному костюму. Вот он, первый костюм. Вот такие вот штаны с такими белыми полосками. Вот такая вот кофта. И если честно, ребят, это просто любовь с первого взгляда. Не знаю, вот лично вот этот костюм пока что мне нравится больше. Эта кофта стоит 1100, а вот эти штаны стоят 1000. Сейчас я буду мерить второй костюм. Вот он. Это штаны и вот такая кофта. Я просто не ожидала, то, что этот костюм мне может тоже понравиться. Сначала мне показался он, ну, не очень. То есть кофта еще более-менее, но штаны как-то не очень. А когда я делала кофту, сочетание в этом
с этими штанами. Мне очень понравилось. Я даже, если честно, не знаю, какой костюм взять. Либо этот, либо тот. Я не знаю, как выбрать. Поэтому, ребят, обязательно голосуйте внизу в комментариях. И еще голосование пройдет в моем инстаграме, ссылку на который я оставлю внизу в описании. Там тоже обязательно голосуйте. Ребят, я одела этот костюм. А, он офигенный, ребята, вы посмотрите. Крутяк, мне нравится. Сейчас, ребят, просто... Я колыбаюсь, потому что я вот смотрю в зеркало, и мне так смешно. Поэтому, я думаю, вы тоже смеетесь, там вот такой костюм. И сейчас я сниму себя в лайк, в мой аккаунт. А, я зашла. В общем, заходите, мой ID я оставлю внизу в комментариях. Я с вами прощаюсь, всем до скорой встречи, всем пока. Обязательно голосуйте. Заходите на мой инстаграм, там тоже голосуйте. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А я с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи, всем пока. Чао.